Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас разбор одежды. Снова я отдаю свою одежду, мне кажется, все чаще я буду снимать такие видео, потому что... я люблю все новое, соответственно, все, что у меня было давно, ну, все копится, копится, нужно куда-то это девать. Второе, это работа со своими привязанностями. Это одно из самых таких важных вещей, с которыми я пытаюсь работать, особенно что касается шмоток. Я не знаю, я все беру, мне так люблю вещи, я хочу, чтобы был выбор, но, как правило, я ношу одно и то же, поэтому мне нужно как-то там внутри совладать с самой собой. И сегодня я также буду разбирать детские вещи и покажу, что отдам. Кстати, незаметно для себя детские вещи отдавать сложнее, чем свои. Не знаю почему. Например, вот босоножки, которые я покупала ортопедические за 2500 кожаные. Они вообще, у них даже подошва еще не истоптанная. Ну вот они как бы сейчас не чистые, да, я такая взяла грязные босоножки, показывает. Вообще сильно, ты че, помыла бы перед видео. Ну нет, я когда буду отдавать, конечно, я их помою. А может и не буду мыть, пусть человек сам помоет, которому буду отдавать. Но не суть. Суть в том, что мы носили их очень мало, потому что ребенок еще не ходил так много, как сейчас. И они в отличном состоянии вообще, и мне их безумно жалко отдавать, понимаете? Вот, а если я буду отдавать, естественно, буду отдавать кому-то своим близким, у меня есть кому, в принципе, отдать. Естественно, продавать я не буду, брать деньги я со своих близких не буду, не могу позволить себе. В общем, это я знаю, кому отдаю детские вещи. Что-то было, кстати, мне отдано, тем легче отдавать детские вещи, потому что, например, вот мне Любашка прислала сейчас кроссовки Nike и Jordan, оригиналы. Она своему ребенку покупает обувь оригиналы, и у них на размер буквально больше, на размер, на два, на размер даже. Больше нога, чем у нас, и потому нам по наследству отдаются все классные кроссовки. Сейчас он гоняет у меня в Найках, причем у нас детский Найк в Ростове не продается. То есть у нас теперь еще две обуви есть, одни такие более легенькие кроссовочки, вторые уже более плотненькие, такие на более позднюю осень. Так что спасибо, Любочка. Не знаю, смотрит она меня или нет из-за своих дел, может быть, ей некогда меня смотреть. Так, из детских вещей. Вот такой свитерок, кстати, это тоже она нам отдавала, очень классный. Я была удивлена, что мы его вообще почти не поносили, а он нам уже маленький. Вот такой вот комбинезон, очень классный, мы его мерили, он так суперски сидит на нем, но мы так его ни разу и не одели. Так что он практически новый. Кофточка вот такая, это я покупала ему, тоже маленькая, вообще она ему прям впритык. Тут вот до 12 месяцев написано, до 1 года. А так вроде смотришь, думаю, блин, нормально. Кстати, мне подходит под лук. А нет, одели маленькую. Думаю, да блин, ну блин. Оно даже еще большеватое было ему в прошлом, вот весной. Мы носили это. Вот это моя любимая кофточка вообще. Тоже в хорошем состоянии. Отдаем. В общем, вот так вот. Детские вещи, куча носков тут всяких разных. Тоже очень быстро мы выросли с носочков. Всякие новые, вообще вот реально новые вещи, которые мы вот пару раз одели. Вот эти брючки с Faberlic, мои любимые. Тоже в хорошем состоянии, блин. Все приходится отдавать. Вот это мы тоже мальчику пару-тройку раз одели. Классно. В общем, тут куча всего. Куча всего. Вот такая толстовочка. Классная. Тоже отдаю. Капюшончиком. Вот такой вот поло-костюм, может быть, вы помните, у нас есть даже фотосессия в нем. Это тоже нам Любочка дарила, поло, оригинал. Я даже помню, что некоторые девчонки так им нравилось, говорят, ой, когда я забеременю, сохрани этот костюм для меня. Так что я его храню. Вот. Ну и куча игрушек, тут еще у меня маечки, шапочки всякие, то, что маленькое. Вот, это я отдаю детское. Прям даже, вот знаете, вот маечку тоже. А, вот такая еще маечка. Кофточка. Новая вообще. Ох, печально. Сегодня вообще одевала его в садик. Одела вот эту кофточку, смотрю, она маленькая. Ну, ёперный театр. Короче, надо тоже еще его вещи. Это те вещи, которые я уже давно откладывала. Надо еще вещи его перебрать. Я думаю, что там много чего есть отдать.
Дальше идем по моим вещам, девочки. Помните, в прошлый раз я отдавала вот эти конные штаны, которые я брала в секонд-хенде. И мне некоторые девочки, не одна, две, три где-то писали, не отдала ли ты их еще. На самом деле я их отдала туда, где могла снова их взять. И я спросила, не пригодились ли эти брюки никому. Они не пригодились. Я говорю, давайте мне их тогда возвращайте, потому что у меня есть девочки, которые хотят. Но одной девочке я написала, что их нет, потому что предыдущая девочка хотела их взять. Потом как-то то ли я пропала, то ли она пропала. Ну, вы понимаете, переписка, Инстаграм и так далее. Поэтому, кто занимается, может быть, конным спортом, качество брюк хорошее. Это такие конные брюки. Вот они. Я их могу отдать. Вы только оплатите доставку к вам. И все. Так что напишите мне в Инстаграм. Инстаграм оставлю здесь. Напишите мне в Инстаграм, что они вам нужны. Девочки, не обижайтесь. Кто первый напишет, тому отправлю. Кто первый скинет деньги за отправку, и сразу отправлю. Потому что если отправлять наложенным платежом, вы будете переплачивать. Лучше мне сразу скинуть деньги, которые я оплачу. Дальше отдаю мою любимую футболку. В общем, домашние вещи тоже. У меня очень много комплектов появляется домашней одежды. И я думаю, что дома надо ходить красиво. И хватит собирать эти майки. Хотя эти майки я все равно собираю, у меня их очень много. Хочется дома сделать так, чтобы были прям все комплекты красивые. Одежды, маечки, брючки, шортики. Короче, все, чтобы так было. Так, что у меня? У меня есть вот такая кофточка. Натуральный шелк. Маечка. Мама когда-то давно, это размер SM, мама когда-то давно у меня работала в крутом месте, где продавались итальянские вещи. Вот это итальянская вещь. Так, 44 размер. В общем, она очень приятная к телу и такой красивый насыщенный цвет. Отдаю, давно лежит вот такой комплект. Это такие шортики и такая маечка. По дому ходить. Золотистый. Очень красивый. Новый. Я его ни разу не надевала. Так, комплект. Дальше. В фикс-прайсе недавно купила шляпки. Вот. Тоже их отдаю. Они прям даже с бирочками еще. Одна вот такая кепи модная. А я поеду в Европу, я хочу себе купить. Я хочу на самом деле себе такую кепи, но какую-нибудь брендовую кепи. Вот. Ну, у меня есть такая возможность. Не у всех есть такая возможность, и поэтому можно, мне кажется, вот такую кепи носить. Распродается, значит, беру, значит, нравится. Вот эти тоже с ушками были очень модные одно время. В общем, я надеюсь, кому-то оно прилетит. Отдаю свои красные брюки. Может быть, вы их помните. Вот они. Они тянутся. Они практически новые. Просто сколько, знаете, вот я их одевала, может быть, пару раз. Филипп Лейн, кстати. Не знаю, как правильно. Филипп Лейн, Филипп Лян. Сколько я их раз одевала, все время я себя как-то некомфортно чувствую в красных брюках. И на самом деле в белых тоже. На фото, когда я фотографируюсь, мне кажется, что как-то увеличивает меня. Хотя я и без того маленькая. Не знаю, что это такое. Так, футболочки. Отдаю футболочки. Вот эта футболочка продавалась у меня в магазине, но не знаю почему. Она немножко подпылилась. И я понимаю, что я ее стирать не буду, да, стирать, а потом продавать не буду. И, соответственно, ее просто отдаю. Она немножко подпылилась, вот здесь висела на вешалке и на плечиках подпылилась. Надо, блин, накрывать, наверное, все свои белые вещи в магазине. Так, вот такое платьице я тоже покупала в Glory Jeans. Оно вот такое здесь на плечиках. Здесь идет полосатая под красную помаду, мне очень нравилось. Но я решила, что что-нибудь полосатое, если я другое возьму, а вот это отдам. Вот, первым делом, конечно, когда я собираю вещи все, я знаю, что очень многие вещи присматривают мои подруги. И, конечно же, в первую очередь я предлагаю посмотреть своим подругам, что им понравится, заберет. Потому что, например, вот это счастливое платье красное, я знаю, что оно нравилось Кристине, и она с удовольствием его заберет, я думаю. Оно плотное, качественное, хорошее, оно очень красиво фигуру делает. Сзади вот такая змейка.
Просто у меня с этим платьем определенные там ассоциации, как бы, жизни которой больше нету, да, и я ее отпускаю. Но самое главное, что это платье счастливое, что можно сказать, да. Поэтому я думаю, что Кристине оно будет очень хорошо. Вот. И как раз оно такое осеннее, вот здесь мне очень нравится, оно грудь подчеркивало. Так что, Кристинка, смотри, платье красное у тебя будет, которое я так давно не хотела отдавать. Оно лежало, но я его не ношу и не ношу. Надо, чтобы кто-то носил, и кому-то оно приносило счастье. Потом, давно еще в Бершке я покупала вот такое, ой, может быть, вы видели. Вот такая вот у меня жилеточка меховая есть. Она из искусственного меха. Ну что, прикольно иногда что-нибудь надеть. Ну, прикольно, не знаю. Цвет такой интересный. В общем, я тоже ее отдам. Кристинка, если тебе понравится такое, то вот. Я думаю, как-то видео с тобой снимали, в нем веселое. Вот такая новая вещь у меня почти, я заказывала ее на Гипюре. Она, кстати, такая утепленная. Здесь такие вот плащевочные рукава, такой легкий капюшончик, а так она теплая толстовочка. Она новая, я ее, может быть, один раз надела, и все. Тоже, да, может быть, пригодится. Вот как раз-таки те белые брюки, да, которые я тоже один раз, по-моему, надела, сфотографировалась и поняла, что как-то я увеличиваюсь в них. То ли, знаете, вот еще есть брюки, которые сидят не прям в облипку, так вот обтягивают, а немножко свободно. Вот я такие вещи не очень люблю. Я люблю, когда меня обтягивают. Может быть, это такой размер S, который на самом деле M. То есть на M-ку, мне кажется, они подойдут, да, такой SM. Это не мое. Мое должно быть S точное или XSS. То есть я люблю, когда я вещи на себе чувствую. Брюки я должна чувствовать. Ну, футболки, майки, ладно, это не обязательно. Там нижнее белье тоже я люблю чувствовать. Я не люблю, когда что-то там болтается свободно. И вот брюки белые, новые, хорошее качество. И тоже отдам. Возможно, они подойдут Кристине очень хорошо. Представляете, девчонки, заказала куртку. А она полежала у меня. И вот такие пятна на ней начались. Я не пойму, что это такое, но она вся в таких пятнах. Я еще думала, знаете, возьму ее, может быть, что-то вышью бисером красиво, узоры. Но на самом деле это можно сделать, если кто-то заморочится на тех местах, где... То есть куртка, она, ну, нормальная, эска сидит, все беленькое. Интересный дизайн, и на самом деле на этих местах можно что-нибудь там наклеить, нарисовать, вышить, но это получится очень много, много. Вот на рукавах конкретно нужно вышить и все зашить вот эти штуки. Вот. Короче, я тоже это брошу, она новая, видите, с биркой. Но вот я не понимаю, что это за такой материал. Снутри здесь еще тоже. Вообще. Либо ее покрасить как-то надо. Не знаю, короче, что с ней делать. Реально жалко, новая вещь, полежала. И как-то вот так вот изменился. Я не знаю, от чего это происходит. Кто знает, напишите мне, пожалуйста, в Инстаграм. Пыталась по-разному избавиться от этого всего. Я не понимаю, в чем дело. Ничем. Ничем, никакими средствами, все, что написано в интернете, там целый список, я пробовала и никак не стирается. Ну и также я решила отдать свои сапожки Казадеи, которые я на самом деле уже давно не ношу. И если надевала их, то тоже посчитать по пальцам, сколько раз. Они вот такие классные, бежевенькие. И они вытягиваются еще, вот так вот, становятся такими длинненькими. Я надеюсь вообще, что они подойдут моей Кристине, потому что есть вещи, которые я очень люблю, честно говоря, с которыми мне очень сложно расставаться. Вот такие. И, конечно же, мне бы хотелось, чтобы это пригодилось моим близким людям, чтобы я, ну, как бы, знаете, как не зря потратила деньги. Когда ты просто отдаешь в никуда, не знаешь, где, не видишь, да, то как-то думаешь, блин, ну вот потратила, не носила толком, да, и вот... И не наблюдаешь счастья людей, которым это пригодилось. А когда я даю что-то своим близким, то я вижу, что им нравится, носят они красиво все. И... В общем, посмотрим. Не знаю, носит такой Кристинка или нет. Пусть придет, померит. Ну, вот, в принципе, и все. Такой небольшой разбор моих вещей. Буду разбирать все дальше и больше. По поводу брюк пишите в Инстаграм, я уже говорила, да? Что еще хотела сказать? Сегодня у меня такой, видите, образ. Я решила сочетать желтое с розовым. Надеюсь, хорошо мне. Такое а-ля стиляги. Так, ладно, мои девочки. Все, я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.